Всем приветик! Ну что, соскучились за влогами? Я тоже. Постараюсь сегодня снять. Настя уже кушает. Да, у нас появилась уже елочка. 6 декабря в Польше уже День Святого Николая. Это для них большой праздник. Это что-то типа как на Новый год к нам Дед Мороз приходит, так вот у них приходит Святой Николай и ложит подарки под елочку. Поэтому до 6 декабря осталось немного времени, поэтому мы елочку уже нарядили. Но я хочу еще сюда докупить что-то беленькое. Тут явно не хватает чего-то светлого. Типа снега. Все, всем приятного аппетита. Пошли мы кушать. Докупила я белого дождика. Теперь елочка у нас вот такая красивая. И также внизу я золотистый дождик. Там подставку елки украсила. Пока Настя была в садике, я, чтобы не терять времени, сходила в магазин. Купила такой вот фрош. Это, ну, типа натуральный, экологический. Ну, экологическая вообще такая фирма, вот эта фрош. Купила бальзам для мытья посуды. И купила также этот фрош содовый. Короче, очиститель для кухни. Ну, для поверхности. Там он от... от жира, грязи, такое. Короче, протирать кухонную поверхность. Я его для плиты купила. Кстати, очень хороший. Я уже попробовала. Да, потому что я его первый раз брала, а для посуды я стараюсь брать всегда фрош. Хотела вам показать. Я тут вяжу вот такое одеялко. Или плед. Ну, что-то такое. Не знаю, может, в коляску его использую зимой или так дома укрываться, потому что оно теплое очень. Такое, ну, типа для Насти вяжу. Ну, не знаю, но у меня очень большое получается, потому что у меня только ширина 1,55 м, и я не знаю, какую сделать длину. Да, или 1,55 м оставлю длины. Короче, еще потом посмотрю. И пока Настя спит, я там это смотрю видео и вяжу одеялко дальше. Вяжу я в шахматном порядке. Ну, наверное, это так называется. То есть 4 петли лицевые, 4 петли изнаночные, 4 петли лицевые, 4 петли изнаночные. И получаются такие вот квадратики. И вот такой вот узорчик типа получается. И потом, когда провязали несколько рядов, у меня их где-то 5 или 6, ну, когда смотрю, уже типа квадратик получается, то там, где лицевые петли, мы вяжем изнаночные, там, где изнаночные петли, мы вяжем лицевые. И получаются такие вот квадратики. И я! И ты! И ты! Все. Ай, сделала... И я! И я! И я! Ну, говори. Синяшка, Настя, Лиза, Синяшка и синяя девочка, Буба, Настя, Буба. Молодец. Сделала я греческий салат на ужин. Еще папа нам принес сок томатный, так что сейчас будем ужинать. Всем приятного аппетита. Всем привет, у нас уже следующий день. Да, вот такой вот у нас беспорядок, когда Настя играется. И сегодня мы решили с Настей побездельничать и остаться дома, в садик не пошли. Поиграемся. Может, я какое-то видео сниму, не знаю. Посмотрим. Ты первая.
Да, у Насти уже это вот любимые игрушки. Машинки, паровозики, все, что едет. Настя довольная, как слон. Мы в телефон батарейки вставили. Всем приветик! Хотела вам рассказать, что я решила снимать влоги, но не каждый день, потому что, ну, каждый день иногда или нечего снимать, или оно все неинтересное. Чтобы не было однообразным, все я буду снимать, то есть там каждый день, через день по чуть-чуть, какие-то самые интересные моменты, и в конце недели делать видео. То есть у меня будут недельные влоги. То есть буду делать недельные влоги, то есть раз в неделю влог будет выходить. Надеюсь, вам понравится. Так. Ну, говори. Молодец, умничка. Пока Настя спит, я тут готовлю суп гороховый с овощами. Завтра пойдем в садик с Настей. Еще хочу завтра зайти в магазин и посмотреть какой-то BB-крем. Да. Супчик уже доварился, и мы тут с Настей кушаем. Да? Кушай. Приятного аппетита. Картошка. Взяла я Настю в садик. Сейчас, может, поеду в магазин, посмотрю, что там. Пойду через мостик. Тут у нас уточки. У нас идет сейчас мокрый снег, как дождь. Все, мы уже пришли с Настей домой наконец-то с садика. У нас там на улице погода такая не очень хорошая. Снега дождь у нас идет, и снег, и дождь как-то все вместе. Короче, все тает. Грязь, болото, такое, короче. И это, мы быстро с садика добежали домой. Да, Настя в садике кушала. Так что она вот уже легла, да? Спокойной ночи. И ложится Настюша у нас спать. Да, я иду чай попью, что-то перекушу. И буду дальше вязать одеялко Насте. Это Настя с бабушкой общается по скайпу. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. I wonder where are you now?
deal with my sorrow. Just a memory, just a broken frame. And I know that I have no one else to blame. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. I wonder where are you now? Всем привет! Это вчера у Насти в садике. У девочки там был день рождения, и они такие, типа, подарки, конфетки раздавали деткам. Давай откроем, Настя. С другой стороны. Вот, я тут уже. Там внутри такая вот вафелька. Печеньки. А я вчера была в Росмане и там купила себе такой BB-крем от L'Oréal. Потом попробую, скажу вам, но на руке, когда попробовала, то он очень хороший. Купила Beauty Blender, попробую, как им наносить BB-крем. И также у них появились такие вот типа зимние цвета лаков, типа металлические. И я наконец-то его нашла, хотела именно такой розовенький. И тоже купила. Нет, это я купила. Вот такая у нас была неделя. Надеюсь, вам понравится такое видео. Так что ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Пока-пока!